открываешь? Нет, открывай. Беги. А ты, вот это, вот это, вот тут зажало все. Вот это, знаешь, вот так вот. Как можно с закрытым ртом? Как можно с закрытым ртом петь? Снова разы эти слышу, что не виноваты. Для тебя было мальчикой, а себя солдатом. Даже это чучелка пишу, то, что скрывал, вот и все. Дыши. У тебя в одном месте в середине поешь. Солнце мое, взгляни на меня. У тебя там в одном месте только. Все, у него только в одном месте, правильно это оправдано. И когда ты поешь вот эти на меня, убирай. Ты глушишь всех. Еще раз. Да. Не забывай. Some people have a love. Some people have a love. Some people.
страшный. А? Звук страшный. Это какая? Это микрофон, да? Кто так накрутил, я не помню. Ты не слышишь даже. I'm a prophet of Messiah. В секунду со мной поешь. I'm a prophet of Messiah. Should go looking somewhere higher. Просто там, там все просто. Там никаких даже ничего накрученного нет. Звонят, да? Да, да? Звонят. Что ты понимаешь, еще не готова. Короче, у нас эстрадники, ты знаешь, у нас эстрадников нет как таковых. Или есть? Я просто не знаю, я ни разу не видел, что у нас есть. У нас эстрадники, я не знаю, есть или нет, но только я-то бальница. Ну, я знаю. Это вы будете, да? Ну, там нет. Ну, давайте мы попробуем. Попробуем что-нибудь сделать, слепить. Попробуем взять комбинации, поработать над этими комбинациями и посмотрим, куда у нас выстрелит. Технически, эмоционально, твое ощущение и мое ощущение, хорошо? Поставим девочек и посмотрим, куда это выйдет, да? Хорошо? А раньше ты не занималась нигде. А почему именно этот стиль? Да. Но тебе нравится. То есть, ну вот, допустим, вот это вот то, что ты мне показала, ты сама это нашла. Тебе это, тебе просто это нравится. Как новшество какое-то, которое появилось у нас сейчас среди молодежи, правильно? Так, ну попробуем. Попробуем. По поводу тренировок. В какое время тебе удобно? То есть, если мы, допустим, встречаемся до обеда, это не вопрос, все нормально, да? Все нормально. То есть, я бы после обеда, мне кажется, это бесполезно. До обеда, чтобы мы отработали, чтобы у меня было время все это как-то перемозговать, с этим все переиграть в голове, да? С девочками я сейчас обговорю, попробуем поставить вас сразу троих, поработать в тандеме. И посмотрим, что из этого получится, да? Но как бы в приоритете было бы, чтобы это было три, и чтобы ты была на первом плане, чтобы от тебя эти лучи шли, да? И чтобы была как какая-то такая фигура, не ты одна. Да. Хорошо? Вот, какие еще вопросы? Что еще хочешь узнать? Ну, мы договариваемся так, что как бы мы созваниваемся, если ты не можешь, допустим, там за два дня ты мне говоришь, там уезжаю или еще что-то, хорошо? Это без проблем. По поводу тренировок, по форме все понятно, да? Что надо взять? Ну, я думаю, что музыкальный материал есть. И посмотрим лексически, да? Мне сейчас надо лексику накидать на музыку, поставить на тебя и посмотреть, куда это все выстрелит. Хорошо?
тема интересна. Тема интересна, тема интересна. Подумаем. Я думаю, что вот этим двум девочкам тоже моим понравится, потому что они у меня тоже такие разносторонние, как бы и народницы, и бальницы. И в то же время нравится этот кей-поп, который у вас сейчас идет, да? Везде. Ну попробуем. Мне интересно. Попробуем. Я не знаю.